Круто ты попал в КФУ. Именно так звучит название традиционного мероприятия Набережно-Челнинского института Казанского университета, на котором каждый первокурсник мог познакомиться с творческими коллективами университетской «Альма-Матер» и полностью окунуться в атмосферу гостеприимства. Так, 14 сентября в стенах учебно-библиотечного комплекса Набережно-Челнинского института Казанского федерального университета собрались первокурсники автомобильного, экономического, инженерно-строительного отделений, отделения юридических и социальных наук, отделения информационных технологий и энергетических систем, а также инженерно-экономического колледжа. Вообще обстановка очень классная, и классно то, что есть такие мероприятия. Пришли посмотреть на коллективы нашего института. Очень рады, что устраивают такие мероприятия для первокурсников, где можно больше узнать друг о друге. Я просмотрела все коллективы. Больше всего мне понравился «Актив проф» и «Интеллектуальная лига». Вокальная студия «New Voices», театральная студия «Чизкейк», ансамбль народного танца «Саяр», студенческое радио «Ура», танцевальный коллектив «Фрагменты» не только. Это лишь малая часть объединения университетской «Альма-Матер», с которыми ребятам удалось подружиться и даже вступить в ряды. На самом деле, если это мероприятие буду устраивать каждый год, я буду обязательно сюда приходить, ведь тут весело. И можно познакомиться не только, например, с людьми обычными, также с организаторами. Ежегодно подобные мероприятия проводятся с целью привлечения юных студентов, уже сформировавшиеся коллективы, для дальнейшего совместного развития внутри объединений, а именно участие в различных конкурсах городского, республиканского, федерального и даже международного масштабов. Елизавета Никитина, Центр медиакоммуникации Набережно-Челнинского института КФУ, Универньюз.